В эфире шоу «Осторожно, Собчак». Ольга рассказала, как бывший муж заставил ее вернуть подарки и подписать брачный контракт. Ксения Собчак взяла большое интервью у Ольги Бузовой. Звезды долгое время вместе работали на проекте «Доме-2». Затем их пути разошлись, но теперь знаменитости встретились на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Светская львица поинтересовалась личной жизнью Ольги Бузовой после развода с Дмитрием Тарасовым. Певица призналась, что за 2 года в ее постели был только один мужчина. Сейчас она одинока, поскольку до сих пор переживает расставание с экс-супругом. Бузова призналась, что более полугода скрывала разрыв с футболистом. Артистка привыкла выкладывать всю свою жизнь в Инстаграм, но неудачи в личной жизни не хотела делиться с подписчиками. Ольга Бузова не ожидала, что вся страна поддержит ее. Ведущая «Дома-2» искренне влюбилась в Тарасова, поэтому выполняла все его требования. Она отказалась зарабатывать на корпоративах, при том, что футболист якобы не давал ей денег. Экс-супруг почти склонил Ольгу Бузову покинуть проект «Дом-2». Он не хотел, чтобы она оставалась его ведущей. Также перед свадьбой певица подписала брачный контракт, по которому не могла претендовать на имущество Тарасова. Когда звездная пара рассталась, футболист выгнал Ольгу Бузову из дома. Экс-супруг забрал подарок певице, новый Мерседес. Звезда осталась ни с чем, но не хочет мстить Тарасову. Она заметила, что может обжаловать брачный контракт и отсудить имущество, но никогда не будет этого делать.